Всем привет! Сегодня мы будем смотреть Ромашковую долину смешарик. Ну, короче, место, где живут смешарики. Так, ну ладно, подождем, пока загрузится. Он так долго грузится, даже с моментами загрузится. Это 30 тысяч. Так, ну что тут пока можно увидеть? Ой, нет, я утонул в воде. А почему все в воде? А, да. Уже нет. О, какой-то стих. Пока ничего не видно. Его почитать не надо, читать его не надо. Нет, не читай. Ладно. Стой, не удаляй, не удаляй, не удаляй, я все же прочитаю. Я не удаляю, я его закрываю. Нет. Договор с изготовления Ромашковой долины столицей Ухограда. Вот, стоп, я не понял. Договор о становлении Ромашковой долины столицы. Что? Почему? Ты не должен был этого читать. Я не понял, Ромашковая долина хочет стать столицей Ухограда? Не, я не буду это подписывать. Должен это подписать, но ты не должен был этого читать сейчас. А, типа я должен был подписать, но не должен был прочитать, что я подписываю. Нет, ты должен был его почитать потом. Ладно. Типа я этого не видел, все. Да. Можно начинать или еще не готово? Да, сейчас будет. Ремонт. А чё ремонтируют? Типа тут еще не все домики, поэтому ремонт. А. Это после того случая, когда там, ну я помню, кто-то там все разгромил и у всех ремонт был. Ладно. Ну, тут, да, короче, есть дорога, ну кривая, как должна быть. Тут есть вода, в которую, а, можно провалиться. Так, все загрузилось, можно начать? Как тебе сказать, грузит, я не знаю почему. Ну ладно, будем начинать, тут просто деталей не хватает. Наверное. Так, ну тут есть дорога кривоватая, тут есть трава красивая, вон некоторые под углом, елка. Ну, трава, речка. Ладно, давайте по порядку. Так, ну тут есть речка из какой-то дырки, которая... С какого домика начнем смотреть? Давай начнем с кроша. Кроша? Что-то далековато бежать, ну ладно. Начнем с кроша, с самого центра вроде. Тут есть мостик, очень квадратный. А, зачем ты там все закрываешь? Я ничего не закрываю. Ладно, пошли. Так, тут у нас две дороги туда и сюда. Скамейка из первой серии, да. А чё она такая кривая? Какая есть, какая она должна быть. А, типа там не очень было видно. О, дверь-то хотя бы открывается? А, сюда прийти, кстати, надо наверх. А, ясно. Только осторожно. Я уже застрял в крыше дома. Здрасте. О, я типа, как это? Внутрь дома можно попасть только зайдя в дверь, там получается портал какой-то. А, мне кажется, вот этот дом единственный, который ты сделал, да? Нет, я сегодня еще за одну ночь успел сделать только падающий, но сначала крышу. Что происходит? Давай, заходи. Я не могу зайти. Ё-моё, что происходит? Дом уничтожен, я ухожу отсюда. Что тут у нас имеется? О, а где легендарный паровозик? Ой, а он это просто уехал. Я не... Самое важного тут нету, легендарного паровозика. Так, что самое главное, что фиксации нет, можно все разбомбить. Тут есть морковка, ну тут везде прям слишком сложно. Зато мультик будет интересный, лучше делай. Получается очень угар. Ну мне потом покажешь, ладно. Так, ладно. Все, тут нет фиксации, можно. Ну я, в принципе, тебе могу помочь даже. Ой, а почему упала лестница-то? Ну тут нет фиксации, тут все можно. Лестница на колесиках, ой. Можно в кровати спать у подушки, а где будильники, которых тут было много. Так, тут еще можно двигать столик. Что с вами творится? Что вы делаете? Почему такое лагает? Столик. Ой, тут можно совсем играться со столиком, со скейтбордом, даже с лестницей. Так, что еще можно делать? Можно даже это сдвинуть. Это сложно. Что это такое? Нужно взять маслом, и тогда можно легко перенести. Ну ладно. Это бочка с морковкой. Или с молоком. Да блин, везде морковка торчит в этой машине. Это же крошен, любит морковку. Ну ладно, претензий нету. Давай телек ломаем. Все хорошо, давай телек сломаем. Ну ладно. Бомбим телек. Ну, мы тут бардак сделали, можем выходить отсюда, в принципе. Ой, а что портал? Куда и лезть-то? Вот, блин, опять сломанный портал, не надо. Мне все нормально. Так, в самом доме есть вот этот флюгер и сам дом в комплекте. Он, кстати, вращается. Вращается? В смысле? А, флюгер? Да, флюгер вращается. Сейчас пойдем играться с флюгером, погоди. Надо его проверить, что это такое. Ну, попробуй еще на этот дом заберись. Так, флюгер, да, он крутится. Только вот ветра в билтоботе не бывает, ну ладно. Так, кривокосая скамейка, елка, которая пробила насквозь вот этот забор. Это да. Листья, это можно. А дойдем. Почему у Копатыча нету ульев? Потом посмотрим. Потому что они в этом... Не, потом посмотрим претензии. Так, что тут у нас? О, ведерко. Домик ежика, в который нельзя зайти. О, а внутри он очень красивый, кстати. Я смотрю тут от третьего лица. О, тут часики. Ой, или что это такое? Ой, блин, а почему оно отвалилось? Мы сломали дом ежика. Ну почему? Кстати, иди сюда, Ук. Тут очень важное место для тебя. Какое? Иди сюда. Назад, назад. Куды? Вот здесь, вот очень, во-первых, так, здесь опускается. Сорян, я взял твой ангар. Так, что тут, какие механизмы?
Оу, кнопка. Есть другая кнопка, более важная, вот она. Где? Вон, вот. О. Не понял, а. Ой, блин. Хорошая кнопка запустила меня в космос. Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое, я очень люблю кнопки. Но больше не буду любить их. Ладно, сейчас посмотрим дом ежика тогда до конца. Что там еще было? Ну, тут крыша красивая очень, прям сложно. 4 дня. И грибы самые красивые. Конечно, они состоят из каменных пород. Ладно, да. Чего больше ожидать нельзя было. Давайте переплывем этот океан. Ура. А как эту штуку спустить к нам? А вот видишь, тут рычаг такой есть. О, что-то она не опускается вроде. Да, она опускается. Опусти. Так, вот, все, я опустил эту штуку и поехал наверх. Она тоже красивая. Чего не едет? Кстати, прошу заметить, что поршень полностью... Как у вас не лагает? На пружинку смотреть. Блин, тут что-то очень большое. Поехали, чего не едем? Ладно, если не хочет эта штука ехать, то мы попаркурим. А, вот поехала. Кстати, пружинка там тоже прикольно выдвигается. Тут есть сфера, типа дверь, только она не открывается тоже. Там проход. Ну, дом как дом. Тоже красивый. Другой. Все закрытые личности, они тут все закрылись, кроме Кроши и Копатыча. А чё так-то? Давайте снова переплывем океан, чтобы попасть сюда. А как же сцена с тем... А я не понял. Вот тут смотрите, тут Копатыч и Лосяш очень близко. А в одной сцене они же там и через пустыни переходили, чтобы дойти друг к другу. Ну ладно. Это такое дело. Так, что тут? Ого, у Копатыча дверь работает. Это же как круто. Ну вот это именно. Сама дверь не открывается, открывается только калитка. Тут растет морковка. Это арбуз, типа? Зачем? Это арбуз. Дырка. Я не знаю, это у Копатыча нужно спросить. Тут есть туалет, на котором можно летать в космос. Так, что тут есть? Ну пошлите в сам домик тогда. Ну он тут тоже красивый, тут видите бревна. Ого, мы в его доме. А нет, дурацкий портал не хочет нас пускать. Что тут? О, печка, на которой можно спать. Так, опять розовая скамейка. Уже нормальная. Ого, тут можно дерево обрабатывать. Блин, обработали. Круто. А шкаф можно двигать? Как же круто, что тут у тебя можно все двигать. Это же как обалденно. Я могу взять эту коробку в космос запустить. Что вы там сделали с этим бедным столом? А сам столик вот этот двигается? И реально все двигается. А почему бочки без меда? Ну, бочка без меда, съел. Потому что он все уже съел. Шкаф очень тяжелый, его надо сдвинуть. Не, шкаф не так двигают, ты неправильно делаешь. Я сейчас покажу. Не бойтесь, пожалуйста, отойдите подальше. А вот и мистер шкаф. О, хочет придавить вас. Говорящий шкаф. Не говорящий. Так, а что, в бочке тоже можно сидеть? Ну ладно. Да я поставил сюда. Пошлите тогда дальше. Выходим из этого дома. Ой, нас закрыли сейчас в доме. Поставим. Бежим отсюда. А почему мы в доме Кроша оказались? Что за телепорты? Что-то не поплавно пошло, сейчас исправим. Эх, а гуся забыли. Что теперь делать? Так, дальше, что тут есть? Мы посмотрели вот эти домики. Тут есть также домик Каркарыча. С очень такой важной надписью. Договор о становлении Ромашковой долины, столицы Волгограда. Подписи. Так, дальше. Тут сам договор. Домик Карыч. Это что, он, да, написал все это? Я все написал, теперь подписывай его. Нет, я не буду. Ни за что и никогда. А почему дом из дерева наполовину? Ой, это канон такой. А, типа, когда у него дом поджарился или что там было? А, не, это он так... Ладно, недоделанный у него дом. Сразу видно лентяй. Тут крыша красивая, тоже прикольная. Каждая крыша тут прикольная. Тут реки куда ведут, даже не знаю. Домик Лосяша. Эх, зайти в него нельзя. А что тут кружка делает? А, тут есть телескоп. Надо было, смотри, вставить кнопку, чтобы когда нажимаешь, типа отображаются там какие-то звездочки. Камерой. Прикольно. Кстати, неплохая идея. Не неплохая, а очень хорошая. Внутри домика, ладно, там не сделано. Давайте пустим сондера на парк. Нет, тут красивая, ну, все красиво. Ладно, пошлите дальше. Следующий домик. О, красивая обводка. О, кустик-то какой круглый. Ладно, на кустики смотрим. Ну, тут крыша очень прям красивая. Тут тоже все двигается, да? Жалко, в дом сам зайти нельзя. Ну, а тут реально очень красивая крыша. Прям очень. Вот домики зайти не... А это что это сундук? Так, домик. Еще один. Бараша. А вот тут уже и не двигается флюгер. А что такое маленькое, там вообще огромное было. Ну ладно. Крыша тоже прикольная. Почему в дома-то заходить нельзя? Ну так они красивые. Там высотой там. Так, что тут еще есть? Еще один домик. О, это что за шпионская база? Умник. Чил следить. А что он тут делает? Как он с пешарики попал? Тут, ну, знаменитая горка, на которой можно кататься. Сейчас я скачусь. Давай, я в бочку залезу. Давай,
Поставь меня, я хочу с бочкой скатиться. Бери донатерский ж... нет, за что меня утопили? Украли. Давай меня с горки катай. Не надо меня в море оставлять, я не хочу плыть. Пошли. Я не могу запрыгнуть. Сможешь, надо же пак крутой. Давай, я его забираю. Раз, два, три. Давай, запускай, не тяни. Раз, два. И чё? Чуть не понял. Не очень весело было мне. Последний я раз. Я клей удалил. Ты ничего не удалил. Я удалил клей. Мы связаны навеки. Ой, о, теперь нормально. Это к тебе, теперь ко мне твои части делать? Тела прилипли. Понятно. Так, а что в самом домике? Опять грибы из каменной породы. Что тут еще у нас есть? А стоп, мы уже по всей деревне, что ли, пробежали? Секреток нету никаких? Так, насколько я знаю, нет секретов, но можно пройти через тоннели и оказаться в другом тоннеле. В смысле? Ну, есть тут такое вот непонятное. Так, вещь. Вон там два тоннеля, я сейчас пойду в один тоннель, а ты в другой. Где-то... Давай, ты там, тому тоннелю близкому, а я к этому дальнему. Хоп, через реку, хоп, хоп, хоп. Давай, вот я жду тебя. Смотрю на, как льется вода, и тут ты появляешься. Реально работает. Утонувшее сокровище. Ну, тут есть река еще такая длинная. У меня есть ракета. Самолета нету? Самолета нету, есть ракета. Но это ракета Пина, так что можно и так. А, стоп. А вот и ракета Пина. На которую он улетел за Биби, вроде бы. Или чтобы сбить метеорит. Так, давай улетим отсюда. А за кем мы сейчас полетим? А, я знаю. Печеньки Бьютовота зимой появились, но сейчас они ушли. Их кто-то прогнал. Мы сейчас отправляемся, чтобы найти этих печенек и вернуть их на землю. Сейчас будем открывать эту дверь. Вот она открывается, и еще крутится вот эта штука. Как она называется? Без крыльев остались. Ой. Да ладно, крылья не особо важно. Главное, чтобы летало, и главное, чтобы разбилось. Больше ничего не надо. Будет управлять ты или я? Нет, нет, ты куда? Я же сейчас превращусь в фарш. Нет, нет, надо я сейчас вывалюсь. Обратно. Ай, открывай, нет, про меня забыли. Нет, ты вылез. Ты что? Блин, открывай теперь, но потом закрывай. Все, закрывай, закрывай. Открывай, открывай, закрывай. Нет, открывай, открывай, закрывай, закрывай, закрывай. Поставит. Ай, минус уши. Ромашковая ракета полетела за печеньками. Ой, вон лис улетел от нас. Где же эти печеньки могут быть? Ой, блин, у нас что-то поломалось. Ладно, мы летим за печеньками. Мы их найдем. Ага, что-то мы немного вниз, кажется, летаем. Походу... А нет, мы все еще бьем. Так, что тут у нас внутри происходит? О, у тебя там красные кнопки. Да, нажми. Хватит продолжать полет. Остановиться. Оу, мы в космосе. А печенек нету. Мне кажется, печеньки не в космос улетели. В космосе их нету, надо возвращаться на базу. Давай, полетели. Сможем вернуться? У нас, походу, горючего нету. О, нет, у нас нету ни бензина, ни воздуха. Нет, тут есть запасной двигатель. А, надо было сразу сказать. Меня уже расплющило. Космическая атмосфера. Ну, крутой был очень, ну, типа, по мультику прям сделано. Ну, очень круто было, ладно. Ну, все, всем пока.